выключил. Ну да. А? Вести себя прилично. Мне ток ударило меня только что. Могу. Могу. Извините, пожалуйста. А чё так не дашь? Ничего не дашь? Как ты думаешь, мое прошлое видео было для тебя по-настоящему полезным? Я думаю, нет. Потому что ты его даже не посмотрел. Больно. А ведь в том видео я сказал, что тебе нужна мотивация, чтобы сделать хоть что-то значимое в своей жизни. Давай, чтобы не болталось, чтобы прям было все отлично. Ну что, рассказывай, что тебя сейчас ждет? Я буду знакомиться с девушками, и моя цель с ними познакомиться, взять их телефончик, а если я это не смогу сделать, то меня током ебанет. Вот так вот. Нет! Поэтому я решил провести целое научное исследование, чтобы сделать все тайно. Ведь у нас в стране исследования на людях запрещены, и поэтому я решил провести его на собаке. Ребята, всем привет! Меня зовут Джек, а этого чувака зовут Еврей. У нас сегодня вообще нетипичные видео. У нас нашелся тут один паренек, который прозвал себя пикапером. Но раз ты такой крутой пикапер, то мы надели на тебя ошейник электрический, вот, кстати, да, который тебя будет бить током. Но собаки у меня не оказалось. Но зато нашелся собачий электроошейник. Мы посмотрим, насколько он нормально может набрать номеров девушек буквально за пару часов. Я буду для этого все делать, чтобы завоевать эти номера, чтобы не получить этим сильнейшим током по шее, кстати. А чтобы быть похожим на ученого и начать думать как ученый, мне пришлось даже сбрить все волосы. Правда, не на голове. Девчонки, привет, мне нужна ваша помощь. Ровно из одной минуты всего лишь, потому что у меня экстренный случай, у меня ошейник, который бьет током. Не, подожди, подожди, не бойтесь. У вас есть минутка? А что такое? Поговорить хотел. Ну, просто это мне понравилось. Я прикинулся пранкером и сделал вид, что снимаю простой пранк. Ведь по-настоящему снимать пранки в 2017-м – это отстой. Точно так же, как и говорить слово «отстой» сегодня. Домашний арест? Да, слушай, меня как бы мой друг меня приковал к этому мошеннику и сказал, иди знакомься, иди гуляй сейчас в центре, сегодня 9 мая. С девушками... Нет, камеры здесь нет. Слушай, вот девчонки. Нет, девчонки. Еврей проявлял садистские наклонности. И поэтому я выбрал именно его для этого серьезного эксперимента. Оздоравливайтесь, мне сказали, чтобы я оздоровился. Даже этот ток полезен, сказали, до 240 ватт. Ватт? Ватт, вольт. Сначала мы пустили простого парня без ошейника, чтобы проверить мою теорию. Меня Женя зовут, что? Как вас? А, не знакомитесь? А, молодые люди. А, ну да, вы счастливые глаза. Ну ладно, вы все равно очень классные, симпатичные девчонки. Давайте вам хорошо прогуляться, попить. И я оказался прав. Без мотивации ты не добьешься телочку. У меня вот такая цель. Телефончик этой девушки, якобы я с ней познакомился. И все, просто делать гудок до звон, типа я бы с ним познакомился. И все, если нет, то сейчас меня товарищ мне током ударит. И у меня всего одна минута. Пожалуйста, кто-нибудь из вас четверых. Чтобы добыть номер телефона, я дал ему всего пару минут. Как думаете, даст ли кто-нибудь парню с садистскими наклонностями? Конечно, ему дали. Поможете мне? А то меня током ударит. У меня есть одна минута всего, либо пару минут. Хорошо. Вот, и ничего больше. 801. Услышишь, это будет. Как дальше? 83. 83. Не успел он вылечиться от прошлой вписки, как уже начал искать новую телочку. Как тебя зовут? Даша. Даша, меня зовут Евгений. Меня? Да. Зовут Тамара. Тамара, меня зовут Евгений. А что на шею твоя одели? Ну вот ошейник такой специальный. Есть, да, гудок? Видишь, гудок и где там сидишь. Вот гудок есть. Все, Тамара, спасибо. Вот. Большое спасибо. Хорошего вечера вам, девчонки. Еврей оказался хитер. Хитер как еврей. Он начал давить на жалость девушкам, выпрашивая у них номер телефона. Типа, да, я боюсь гудок, что? И все на этом. Я телефон ваш удалю прямо при вас. Я могу позвонить, гудок просто сделать, я телефончик сразу ваш удалю и все. Тоже я его удалю при вас. 8900. Это была наглая ложь. А как вы знаете, врать это нормально. Как ваше настроение? Пока я не подошел, да? Шуточки у еврея были просто отменные. Спасает ситуацию только эта жопа. Мне повезло. Спасибо, девчонки. Ты не можешь дать твой телефончик? Я просто... Девушка, подожди. Видишь, у меня ошейник на шее? Подожди, девушка, стой. Больно.
Я вам позвоню, и мой друг увидит, типа, я позвоню, я познакомился с вами, и все, меня только мне ударит. Нет, спасибо. Просто... А? Ну, потому что после меня, прям при вас только ударит, понимаете? Прям при вас может только мне ударить прямо сейчас. Прям правда? Да, да. А? Ну, спасибо, ну, повручайте, девчонки. А? Нет, давайте я это, цифры ваши, цифры ваши. Цифры ваши, девчонки. Игра на жжет. Получать по шее разрядом тока очень больно. Уж поверьте мне на слово. Как ваше настроение? Наверное, Я к вам подошел, с вами разговариваю. Вам всем все равно? Немного? Ну ладно. Ай, блин, больно! Так, не бей! И вообще пофигу! Им пофигу, стой! Ты ноль внимания. Пофигиски, а блин, больно! О, блин! Первый вывод, который я сделал из этого научного эксперимента. В пикапе нельзя быть банальным. Вывозит только креативность. Девчонки, привет! Как ваше настроение? Хорошо. Можешь с вами познакомиться? А телефончик дашь? А чё так не дашь? Ничего не дашь? Больно! Стой, звук выключу. Ну да. А? Себя мне ток ударило меня только что. Будем... Могу, извините, пожалуйста. Видишь, как ток бьет? Даже... И тут я задумался, а что случится, если я серьезно увеличу напряжение в ошейнике? Появится ли у еврея больше стимула, или он просто упадет и обоссытся? И как бы мне такая цель, если я возьму у вас телефончик ваш, позвоню вам, и как бы мой друг увидит, что я типа, ну я не облажался, я вас телефончик, то получается все будет хорошо. А если я облажаюсь, девчонки, то сейчас, то не слушай, девчонки, смотрите, если я телефон у вас не возьму, то еще, если у меня только ударит, я упаду и обоссусь нафиг от удара током. Выручайте, вы слышишь, вы мигает, слышишь, мигает. Нет. Дашь цифры, позвони. Больно! В следующей части я вам расскажу, чем закончится мой эксперимент, который потрясет весь интернет. Она выйдет автоматически, как только на видео наберется жалкая 1000 лайков. Ждите вторую часть. Всем пока! О, все, вырубай! Бежим в тепло, все!